Дорогие друзья, приветствую вас. Вот пока есть минуточка времени, решил с вами обсудить текущую ситуацию по Газпрому. Сегодня пошел рост по Газпрому. Он пробил уровень поддержки 233,5 и пытается сейчас закрепиться. И возможно двигаться вот к следующему уровню 235,75. Посмотрим, что сейчас из этого получится. На каком объеме завершатся торги. То есть пока объемы сопоставимы со среднедневными. Так, если мы посмотрим 15-минутный график, ну здесь вот произошел пробой с небольшим откатом. Но вот до проторговочки до этой пока не дошел предыдущий. Поэтому вероятность больше 50%, что он пробьет этот уровень и здесь закрепится. Посмотрим, как это закончится в конце дня. Почему это произошло? Давайте вот посмотрим. Я подборку новостей сделал для вас по всем основным новостным потоком, который я смотрю, который я нашел. Во-первых, Газпром отчитался, и, соответственно, данные, которые он предоставил, они немножко меньше, чем то, что планировалось. Но при этом было заявлено, что дивидендная политика 50% прибыли по МСФО будет уплачиваться в дивиденды. То есть за первое полугодие дивиденд на одну акцию составит почти 19 рублей. То есть, если предположить, что дивиденды такие же будут и во втором полугодии, это получается 37 рублей за акцию. То есть, ну, сами посчитайте, какая должна быть цена при таких дивидендах. Помимо этого, какой-то трейдер сделал ставку в опционах на 3 миллиарда рублей на то, что 18 сентября акции будут стоить 232,5 рубля. Ну, такие ставки обычно внезапно непонятные возникают, когда действительно акцию будут тянуть на этот уровень. И человек, который такую ставку делает, он, как правило, уверен в том, что будет такая цена. Также при этом появились рекомендации относительно покупок акций «Газпром». Вот тут одна уважаемая компания опубликовала инвестиционная с целью 256 рублей и горизонт 3-6 месяцев. Это «Финам». Так, ну другие компании тоже начали давать информацию по поводу целесообразности покупки Газпрома. Вот, но что интересно, вот на другом ресурсе трейдерском появилась информация, что на корсчетах выросли средства на 100 миллиардов рублей. Вот, это вот как раз сумма, по которой акции казначейские можно продать, купить. И кроме того, здесь получается, есть какой-то план якобы о том, что цену разгонят до 230-235, и вроде как по 210 продажа одним лотом в одни руки. Я не знаю, правда это или неправда, но такие слухи опубликованы. Резюмируя вот эти вот новости, вот я вот подборочку сделал, можете ее посмотреть. Дивиденды у Газпрома увеличиваются, поэтому логично как бы стоимости акций тоже вырасти. При этом, скажем так, появляются какие-то странные ставки на рост акций Газпрома. Плюс появляются инвестиционные рекомендации их покупать. Возможно, действительно цена на Газпром вырастет в ближайшее время до 232-235 рублей за акцию. Но при этом надо не забывать о стопах. То есть вот там была недавно такая ситуация неприятная, когда пила случилась. Сначала вверх, потом вниз, потом отскочили. Вот. И чтобы не оказаться в такой же ситуации, вы, когда стопы и тейк-профиты ставите, вы лучше указываете какую-то конкретную стоимость. Потому что если будет указана рыночная стоимость, то вот можно влететь на резком движении вверх или вниз. Вот. То есть появляется масса оснований фундаментальных для того, чтобы акции на «Газпром» в ближайшее время выросли. Так что имейте это в виду. Спасибо за внимание. До свидания.